привет! Сегодня 31 декабря, последний день 2021 года. С завтрашнего дня уже Новый год. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья. Взрослым желаю успехов в работе, в жизни. А моим ровесникам желаю успехов, удачи в учебе. Поздравляю! Я сегодня вам хочу показать мои новогодние там шляпки, всякие вот штуки. Дорогие друзья, в этом году мы елку не нарядили. Не только в этом, но и в прошлом году тоже. Потому что в прошлом году была война, и у нас были шахиды. И мы елку дали тем, у которых есть маленькие дети, дали им. Но я свои вот украшения, там ободок, шляпку, все это я уже оставила сама себе, мои вещи оставила себе. Я хочу сегодня вам их показать. Первая у меня тут шляпочка, написано Happy New Year. Вот, красота. Потом есть такой ободок с ушами. Ай! У меня есть корона, которая сломана, вот! Как я ее одену? Лучше не одевать. Потом у меня тут еще есть ободок. Вот, все, красота, все. Вот. Дорогие друзья, вот это у меня с Навруз Байрамом. Но у него, я его один раз одевала, это только Навруз Байрам, но у него уже цветочки почему-то уже упали. Вот, белый цветочек, и синий цветочек. Но я сейчас все-таки его одену. Вот красота, красота какая, великолепно. Еще раз поздравляю всех с Новым годом, всех, поздравляю всех моих учителей с Новым годом, мою классную руководителю Наталью Аскеровну поздравляю с Новым годом, и всех моих зрителей, подписчиков, всех поздравляю с Новым годом, желаю всем счастья, успеха, и то, что вы сами себе желаете, то и я вам желаю. Все. Дорогие зрители нашего канала, это мой брат Рябан. Он поздравляет вас всех от всей душой. Да, Рябан, поздравляешь? Да, он вас всех поздравляет. Рябан тоже желает вам счастья, успехов в жизни, в работе, чтобы все ваши мечты исполнились. Да, Рябан? Рябан, почему ты такой злой? Синяя кульпанула. Почему? Ну, давай, закругляйся, Нурай. Ой, всем пока! Опять поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пока! Рома тоже пока говорит. Пока. Муа!